В Акмолинской области транспортный полицейский предотвратил трагедию. На железнодорожной станции курорт Боровой одна из пассажирок пыталась перейти пути, однако из-за невнимательности не заметила приближающийся состав. Все произошло в доли секунды. 25-летний Саят Кадыров бросился ей навстречу и успел увести от опасности. Такой поступок не остался незамеченным. Руководство решило поощрить проявившего героизм сотрудника.